Медитация 258. Сон. Когда вы ложитесь спать, пока вы засыпаете, у вас в сознании должно оставаться одно, что все есть сон. Все без исключения есть сон. То, что вы видите с открытыми глазами, тоже сон. То, что вы видите с закрытыми глазами, тоже сон. Сон – вещество, из которого соткана жизнь. В таком климате усните, постоянно помня, что все, все без исключения есть сон. Если все есть сон, беспокоиться не о чем. Вот вся концепция майи – иллюзорности мира. Не то чтобы мир был иллюзорен, в нем есть некоторая реальность, но эта концепция служит только техникой, помогающей вам глубоко укорениться в себе. Тогда ничто вас не беспокоит. Если все есть сон, беспокоиться бессмысленно. Только подумайте, если прямо сейчас вы подумаете, что же есть сон, что деревья, вечер, вечерние звуки вам снятся. Вдруг вы перенесетесь в другой мир. Есть вы, есть сон. Нет ничего, что стоило бы беспокойства. Итак, начиная с сегодняшнего дня, засыпайте, настроившись таким образом. И также утром, прежде всего, вы должны вспомнить, что все есть сон. Пусть это вспоминается много раз в течение дня, и рано или поздно вдруг вы почувствуете расслабление.